Так, надо бы для начала проверить все это дело. Ну, сопротивление выдает 20 мегаом. 21. Ладно. Теперь нам надо подкинуть, проверить, работает зарядка от него или нет. Так. Что-то как-то тут. Ай-яй-яй. Порезаться можно только острым ножом. К сожалению. Тупым ты не порежешься никогда. Текс. Будем закручивать. Угу. Надо будет все-таки коннекторами обжимать. Но пока сделаем так. По-простому. Нет. Не получится по-простому. Их зале. Ну, тем не менее. Обожмем, посмотрим. Так. Одна, вторая. Так, теперь коннекторы. Один коннектор и второй коннектор. Все. Так. Ну вот, теперь будет полегче. Так, откручиваем. Вставляем один, вставляем второй, закручиваем. Один закрутили, второй закрутили. Так, момент истины. Проверяем. Подключили. Загорелся красненьким. Проверять будем на смартфоне. Включили.
подкинули. Зарядочка пошла. Ничего не гудит. Ну и теперь то, ради чего это затевалось. Type-C, Type-C. Зарядка пошла. В общем, все работает. Как ни странно. Теперь как бы самое интересное. Надо бы его померить. Отключили, до сих пор горит. Хороший кондер. Так, внутри у нас размер. Получается 37,5 на 35,5, а сверху 42. На 43. Ну, в принципе, даже есть место под фирменный логотип, если кому-то будет интересно, куда-то пихануть можно. Кстати, она еще и разбирается, вообще интересно. Так, скидываем. Да, неплохо так. Платка. Ну, в принципе, весь стоящий своих денег. Для тех, кто занимается мебелью или около того, кто просто любит и эстетику. Самое то.